Так, сегодня мы заливаем в систему отопления частного дома вот такой реагент. Retard SH – это ингибитор коррозии для систем, работающих на воде. Вот так выглядит система. Вот он, котел. Система отработала 7 лет. Водичка уже стала ржавой, поэтому будем ее менять и заливать ингибитор коррозии. Берем наше средство. Заливаем. Вот такая жижа. Размешаем. Вот у нас есть чудо-мешалка. Размешаем и будем заливать. Сейчас пока паузу ставим. Такой получился пенный напиток. Сейчас мы его насосиком будем закачивать в систему. Процесс пошел.